До празднования 70-летия Великой Победы остается чуть больше месяца. К началу мая улицы города украсят праздничные стяги и флаги. Все памятники и мемориальные таблички будут почищены. Завершится благоустройство Парка Победы. Работы здесь начались в прошлом году. Сейчас осталось отремонтировать гранитные ступени, обновить тротуарную плитку, спилить аварийные деревья. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил привести в порядок дорогу, которая проходит рядом с парком. Ямочный ремонт был выполнен. Бордюр открашен, ограждение дорожное, если оно есть. Все, к Дню Победы должно быть вычищено, вымыто. К началу мая завершится установка триумфальной арки в честь 70-летия Великой Победы. Монумент высотой 18 метров появится на пересечении проспекта Кирова и бульвара юных пионеров. Сейчас идет монтаж гранитных плит, затем специалисты начнут устанавливать бронзовые элементы. Все бронзовые элементы на сегодняшний день отлиты, находятся в городе Смоленск. Ориентировочно на 10 апреля запланирована доставка этих элементов на стройплощадку. И по мере доставки начнется монтаж. Установить триумфальную арку в честь юбилея Победы предложили самарские ветераны. Появление монумента станет для них настоящим подарком. Кроме того, участники войны и труженики тыла получат в подарок юбилейные медали. Основные торжества развернутся в парках и на площадях города 7, 8 и 9 мая. Звучать песни военных лет будут в исполнении духовых оркестров. Свои выступления готовят и творческие коллективы школ города. Запланирована акция «Вальс Победы». Также в праздничные дни всех самарцев будут угощать солдатской кашей. 18 площадок полевой кухни развернутся во всех районах города. Глава администрации Олег Фурсов поручил темпы подготовки к празднику не снижать. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин. События.